2020 год диктует новые условия для образования. Евразийская ассоциация терапевтов не стоит на месте и предлагает вам принять участие в уникальном событии для медицинских специалистов. В 10-й международной конференции Евразийской ассоциации терапевтов «Конгресс внутренней медицины». 21-23 октября. Москва, Санкт-Петербург и Пермь. Три насыщенных образовательных дня, три очных города, офлайн-онлайн форматы и одна цель – обмен мировым опытом со специалистами международного класса. Основные направления конгресса – это коморбидный пациент, COVID-19 у пациента с сопутствующей патологией, антикоагулянтная терапия на современном этапе медицины, проблемы сахарного диабета, антибактериальной и гиполипидемической терапии и другие. Следите за актуальной информацией по конгрессу в наших соцсетях и на официальном сайте. Обязательно подключайтесь 21-23 октября к 10-й международной конференции Евразийской ассоциации терапевтов. До встречи!